Привет! Вы на канале Viva Decor, и в этом видео я делюсь с вами четырьмя простыми идеями для декорирования новогоднего стола или подоконника, ну или, возможно, каких-то других поверхностей. Я покажу вам, как просто сделать вот такой подсвечник с имитацией коры дерева, 3D-вазы. Ну, я думаю, вы и так можете догадаться, что это достаточно просто, но вот такая интересная идея и действительно выглядит очень так по-новогоднему и празднично. Возможно, она вам тоже пригодится. Бокалы и ваза с светодиодной гирляндой, которая тоже всегда выглядит выигрышно и приносит ощущение праздника. А сейчас посмотрим, как я это все делала. Чтобы сделать такой интересный подсвечник, нам понадобится стеклянный стакан любой, пистолет с горячим клеем и золотая краска. Еще можно добавить немножко глиттера. Приступаем. Таким образом наш декор готов. У меня еще есть такая подставочка специальная, как-то покупала, зеркальная. Такой получился достаточно интересный, мерцающий в темноте декор. Свечку я использовала тоже электрическую, здесь только меньшего размера. Налиться на таком варианте. Можно сделать его еще более новогодним с помощью веточек елок, натуральных или искусственных, или других декоративных элементов, которые у вас есть. Если у вас нет специальной золотистой подставки, которую использовала я, вы можете взять любое зеркальце, покрасить его золотой краской спреем и добавить глиттер. Будет точно так же красиво все выглядеть и блестеть, и придаст вашему новогоднему столу праздничное настроение. Для следующей идеи новогоднего декора стола я буду использовать вот такие наклейки на прозрачной основе. Обычно их используют для декора окон, а мы будем декорировать посуду. Вот такую вазу. Еще мне понадобится искусственный снег, веточки. Ну, в общем, приступаем. Вот я сняла оленя, теперь его нужно приклеить к вазе. Так. Ну, уже выглядит достаточно по-новогоднему. И теперь уже готовую такую вазу мы можем задекорировать еще искусственной или натуральной веточкой сосны или елки, что у вас есть. На таком варианте можно уже, в принципе, и уже звон бокалов остановиться, или же еще дополнить какой-то небольшой игрушкой внутри подходящего цвета. Хорошо, что уже появилась
натуральная сосна, уже такой предновогодний запах от нее. Следующий вариант. Берем вазу размером поменьше и светодиодную гирлянду. Аккуратно, чтобы не разбить вазу, опускаем гирлянду на дно. Батарейки, конечно, лучше спрятать. Если у вас есть какие-то красивые ленты, желательно непрозрачные, потому что если прятать под прозрачной, их будет видно. Хотя можно попробовать как вариант. Или снизу непрозрачная, а сверху уже прозрачная. Может быть, у вас есть такая стразовая лента. Да? У меня серебристая, она не подходит сюда. Но может, у кого-то есть золотистая. Как раз она хорошо задекорирует батарейки. А можно просто взять искусственные, опять же, веточки хвои или натуральной хвои. И именно сейчас останавливаюсь просто на варианте с веточками. То есть беру веточку, она в основе ее проволока, поэтому ее просто в нужном мне месте сгибаю и делаю несколько таких штучек для декора вазы. Гулять так гулять. У нас остались снежинки, поэтому можно также украсить бокалы для себя и для гостей. Это придаст еще больше такого новогоднего настроения. Если вы смотрели мои предыдущие видео, я показывала такие веточки искусственные, которые я покупала в магазине декора, и просто окрашивала сверху серебристой спрей-краской. То есть, чтобы бокалы получились еще немного интереснее, я буду использовать такие веточки. Они сделаны на основе проволоки, поэтому легко их так согнуть и закрутить вокруг ножки бокала, придать им какую-то желаемую форму. Это уже последнее видео в выходящем году. Хочу поблагодарить своих подписчиков, которые все это время были со мной. Особенно тех, которые щедры на обратную связь, на лайки, комментарии. Спасибо вам большое. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Буду рада вас видеть снова и снова. И, конечно же, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю всем большого вдохновения, творческих идей, возможностей для их реализации. Ну и, конечно, здоровья, счастья и всего самого-самого хорошего для всех в наступающем 2020 году. До новых встреч! Пока-пока!